В Махачкале торжественно открыли шатер Рамадана. Тысячи людей собрались возле центральной джума-мечети. Верующие после вечерней молитвы провели совместное разговение. Благотворительную акцию организовал фонд «Инсан». Финансовые расходы на трапезу взял на себя руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Прошлый год запомнился. Мы никогда не должны забыть это. И пользуясь этим месяцем, месяцем Рамадан, просить Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах сохранил всех нас от болезней COVID. Для нас, для дагестанцев, священный месяц Рамадан – это особенный праздник. Это самый главный, я бы сказал, наверное, месяц в году. И хотелось бы, чтобы мы, невзирая на какие-то определенные между собой, может быть, вопросы, недовольства, многие другие акценты, принципиально обратили внимание на то, что и где, и как мы можем помочь друг другу. В ходе мероприятия была организована и просветительская программа. В ней приняли участие как религиозные деятели, так и представители власти и общественники. Благотворительная акция «Шатер Рамадана» проводится в Дагестане вот уже порядка 10 лет в течение всего священного месяца.